Ждем санстрайка под ноги. Оп, санстрайк под ноги. Прыгай. Хорош. Ищет. Отлично. Тинер не поймет. А что это меня дамажит? Что это меня дамажит? Рабочая мета. Гем покупаем, удачки у дома. Всем здарова, дорогие друзья, что ж, наступило время вам дополнить гайд. Попросили мне записать еще одну каточку на старого Джаггернаута, и сегодня это свершилось. Как вы помните, уже был гайд по ссылке в описании, или по подсказочке вот здесь вот вы можете наверху открыть этот гайдик. И, конечно же, посмотреть теорию, практику и посмотреть билды, которые я делал на этом герое. Ну что ж, а сегодня у нас задача, это, конечно же, сделать старого Джаггернаута через БФчик, через лотарчик. И посмотреть, что из этого выйдет, друзья. Что ж, пикаем Джаггера, идем на центральную, нам вообще пофиг, потому что мы профессионалы. Ну и что ж, будем смотреть, что у нас получится, посмотрим, что ребята напикают. И будет у нас все good. Good, 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 ребятки. Что ж у нас будет в билде, спросите вы. В билде у нас будет 100% БФ, Лотар Сейдж, Маднес. Пазы, которые перерастут в тревел, скади и, конечно же, абиссал. Это будет у нас шестой артефакт. Скорее всего, билд будет такой конечный, потому что без абиссала Джаггернаут и без скади не будет иметь хитпоинтов. Не знаю насчет того, что у нас будет еще. Может быть манта, но манту вместо чего, тут уже, конечно же, будет вопрос. Ну и, конечно же, если у нас будут какие-то проблемы с дополнительными хитпоинтами и катка перерастет в огромнейший лейт, то есть в самый-самый лейт-лейт, что ни на есть, то нам придется, конечно же, взять еще и Сату. Но вместо уже Маднеса и, конечно же, докупить себе Муншарды. Посмотрим, как это будет выйдет. Надеюсь, будет это, блин, фаново. Я не знаю, у меня такие эмоции, так давно не делал такую тему. Ну и, конечно же, пожелаю вам приятного просмотра. И погнали. В принципе, по пику у нас Хускар там... Вот шаман будет проблемой тем, что мне нужна будет, скорее всего, манта, чтобы сбрасывать с себя таргет. Это немного проблематично, но у нас будет Лотар Сейдж. А как вы знаете, Лотар Сейдж на 2-5 КПТС это равно неуязвимость. Поэтому, друзья, собирайте лотар и душите оппонентов. Запись идет, я не балаболю, просто так веточки на лицо накинул. Поехали. Что ж, 30 секунд. И начинаем. 30 секунд и начинаем. Отпишем парню. Вот так, напишем парню. Адекватно напишем, без агрессии. Скорее всего, человек должен это понять. Но, видимо, тут нужно применять искусство самой быстрой руки на Диком Западе, да. Но путь ушел просто. Я уже думал, все, надо тут, блин. Надо тут уже, блин, искусство самой быстрой руки включать. Так, там душат у нас атропа, но выходить туда. Иншокер на миду с мангусиком. Ну, нагинг стайл через ВБшки. На третьем левеле инвок такой отлетит у меня. Ух, нифига. Умеет ластхитить инвокер у нас. Добиваем вот этого пацана. Ну как добиваем? Почти. Просто дрочит меня на инвоке. Ничего страшного. Гоухил на лицо. Давайте стик возьмем, чтобы сразу видеть его санстрайк, когда он будет его откидывать. Надо переагрить крипов. Сейчас будем проигрывать много крипов к миду, потому что я только сел, и это разминочная катка. Нужно сейчас привыкнуть немного к ластхиту, и поехали. Смотрите, как он меня тычкует уверенно. Ну, на третьем левеле 100% он отлетает с такой агрессией. Просто тупо через спин парень отлетит. С таким количеством хитпоинтов, как сейчас, мне нужно фулл хп будет под эту всю контору. Нужно не просаживаться сейчас. Строго. Сразу. Хорошо. Третий, 415 HP. Один крип. Хорошо. Парень вот сейчас немного забудется.
и может отлететь очень хорошо. Сапожок бы, конечно. Все, гол, манго еще. Ой, манго. Ангусик. И поехали. Можно работать по инвокеру. Главное, чтобы он забычился. Хорошо. Уж с хостой. Это смерть. Пуш стоит. Непонятно, ждет. Кликает. Кликает, но не бежит. Типа гоу. Гоу, ну гоу, изи. Все, Тайнвокер, тут до свидания. Алакрити, санстрайк. Хорошо, метеорит еще. Отлично. Но пуш сделал все дело сам. Хорошо, фейзы. Перстом. Перстом фейзы. Хил нужен будет сейчас. Еще на хил нафармим. Есть хил. Ну, пуш молодец. На самом деле, если бы я сейчас ничего не сделал, то, скорее всего, только ближе к пятому левелу я смог бы инвокера соло только потянуть. Опять-таки, инвокер, смотря какой. Если он кинет алакрити, он может очень сильно напрячь этой темой. Он просто меня тычкует. Это и все. Вот все, что ему нужно. Смотрите, что делает просто. Психует пацан. Зонит тупо. Тупо зонит пацан. Алакрити. Вот, да, вот эти алакрити инвокеры, у которого по 60 урона, как будто дабл демедж у чела. ВТФ куру у меня забрали, да? Печально, я без хила. Я без хила. Он просто дрочит меня, и все, тупо вот у него такая задача. Ну, молодец, значит, понимает. О-о-о, так что, ты думаешь, что я спин не нажму, что ли? Кидаешь. Хил берем. Я думал долго, хил брать или нет. Давайте хил возьмем. В дефолте, в принципе, на джиггернауте хил хорошо брать. На пятом левеле нападу на него. На пятом. Нужно будет промансить. Все, отлично. Очень много крипов. 500 HP там. В принципе. Очень мало. Но уверенно он стоит. Он уверенно стоит. Очень уверенно. Эта уверенность кончается ровно в тот момент, когда Джаггернаут начинает крутиться и отмансиваешь от этого. От санстрайка. Так, это добивать надо. И хилку надо. С хилкой уже надо нападать. Уверенно стоит очень. Просто бычит. Пользуется своей дальней атакой. Опача. Бро. Это же очень плохо. Ну тут за крутилку будем убивать. Это же очень плохо, бро. Все, уверенность кончилась, когда Джиггернаут начал крутиться. Сейчас он придет, можно будет сходу еще разок через ульту. Дозируем, так сказать. Инкомовый дэмэдж, инкомовый. Так, круг сил я, как обычно, не видел. Берем в рейсбенд. Опа, отлично, рунка есть у нас тут. Пойдем на топ пробежимся. Зеленый это у нас хуск. Хускара с руки убиваем. Третий левел, нормалин. Изи. Побьем с руки чуть-чуть, сейчас вылезем. Ультанем. Хорошо. Так-то лучше. Так-то лучше. Все, гоу. И что нам там нужно еще? Посмотрим сейчас. Так, как вилка есть. Цирклет. И мана. Все. Возвращаемся на центральную. Инвокер там бушует. Сейчас он там будет апать левелы. Мы как раз гангнули топ. Гангнули топ. Сделали киллинг спри. Возвращаемся на исходную. Оу, го-го-го, аквилу, быстренько. И выбегаем в наглую на пацана. Ману накинем сразу. Он что-то заподозрил, инвокер. Что-то заподозрил. Ушел. Ждем санстрайка под ноги. Оп, санстрайк под ноги. А. Что-то он такой с опозданием его дал. А, он его преобразовал, у него не было. Понял, эта книжка была. То есть смотришь на стики и крутишься.
парень в итоге. Немного эту тему. Через спин это круто. Шамал с солрингом, шаман. Быть шаманом, королем всех шаманов. Кстати, никто рофл не заценил. К сожалению, в гайде на шамана. Да ладно. Так, мне нужен крипстат, ребят. 53 крипа, потому что инвокер очень агрессивно стоит. Блин, не добью. Как же это плохо. Также это вот печально. У нас кура полетела там непонятно куда. У нас почти есть ультимейт. Переагрываем. Не хочу переагриваться, да? Вау. Вообще не переагривается. Тупо не переагривается. Ладно, гоу хил на лицо. Хил на лицо. Ты можешь в наглую выйти на него. А хилку разобьет, да? Надо быковать на него и так же делать, потому что он так и будет постоянно меня тычковать. Я буду ему так именно просаживать. Я очень пассивно стою. Ой, иди сюда. Давай разминаться. Скрипами, что ли, санстрайк будешь кидать? Это соло. Я не считаю, что пуш мне сейчас чем-то тут помог. Инвокер, видите, он вроде агрессивно стоит, но... В этот момент, когда Джага начинает крутиться, он сейчас теряется. Хорошо. Да там ребята душат. Так, 38, 40 крипов, да? Мало. Манга. Первое, что мы будем делать, это маднес, естественно. Инвокер, брат. Найс типи, бро. Найс типи, бро. Найс. Мангуси, как всегда, в тему. Манга в тему. Ты чё, псих? О, критуля в пол хп. Можно было, кстати, убить его. Типа, я не думал, что ему настолько сильно влетит. Чё там по доминации? О-о-о-о. Инвокер 0.5, кстати. Называется Джага на мид пошел. Ладно, не буду монету там отжимать. Ой, что я делаю? Надо было на линию выйти. 45 крипов. Но 48 будет. Или 49. А, 48. 47. Давайте вот эту пачку крипов. И получается у нас что? Ну, 50 крипов сделали. К сожалению, не до фарм. 53 крипа против нормального мидера. Инвокер агрессивный. Я не скажу, что он плохо отстоял, но он стоял плохо по фрагам. Но по крипстату он мне обосрал немного. Крипстат я бы даже... Не немного... 70 крипов можно было изи сделать в миду, но, как видите, 51 всего сделал. И это, как бы, ну, нормалин. Так, идем. Лиса колотим. Next BF. BF next. Блин, столько фарма на топе. Я тут фигней страдаю. Пи надо. Гоу джиггеров на мид. Тут, чтобы крипов заблочить. Хорошо. Мне что нравится, билд через маднес, ты просто заходишь крипов и убиваешь их. И все. И не паришься. Опа, еще и на миду подфармливаю. Давай, и вообще задрот на джиггернауте получается. Так. Хорошо. КСМ на все 100% называется. Задействуем максимально все ресурсы, которые допустимы на данной стадии игры. Так, хорошо. Инвокер, походу, лиса ушел, но без дастов уже нет смысла идти. Быстренько вот эти два кемпа и в центральный возвращаемся. Хорошо. Отлично. Спека. Так, это изи фраг. Скрипы, правда, уже вот здесь вот будут. Бррр. Let's go. Люто. Демейджа просто море.
Хорошо. Так. Накачали Юрнеру. Вот так вот. Инвокер накачал Юрнеру астероидами. Астероидами накачал. Возвращаемся в центральную. Возвращаемся. Успею добить? Эх, не успеваю. Хорошо. Сразу БФчик. Хорошо. Джиггернаут очень быстро фармящий. Герой. Ребята там овнят по-страшному. Давай, хуск, души. Ну, контроль потерял вообще по-страшному. Надо немного поболеть за оппонентов, а то что-то они видят. Так, клеймор покупаем. После клеймора уже берем остальное. Отлично. Сейчас рестница у нас эта тема. Так, успехи там. Не страшно. И сюда. Просто убегает от меня. Эх, не добил. Блин, я мог добить, оказывается. Так, берем здесь крипов. Опять. Драмеров. Это драм энд бейс крипы. Типа барабаны, видите? Драм энд бейс. Так что, пацаны. Кто в теме, тот поймет. Шаман на миду. Отлично. Можно задушить. 800 HP. Хорошо. Криты очень хорошо летят. Let's go. Ну, поможет мне отрок в любом случае. Хорошо. Поможет мне отрок. Вижу отропаться. Молодец. Молодец. Жесть, total domination получается у нас. Инвокер у Мидас пришел. Куку ВРВ, брат. Все, ушел в инвиз. Есть БФ, отлично. Хорошо, можно Рошу, кстати, пойти забрать. Хорошо. Ля, там жестко вообще пацанов нагнули. Но эта катка, она сейчас легкая. Она может перерасти в очень интересную. Это выглядит так сейчас легко, потому что перефармили. Как говорят мне ребята, которые заходят на стримы, играешь с раками. Я говорю, я играю не с раками, а играю с подписчиками. Но тут подписчиков нету, тут раки. Да не, не раки, есть подписчики. Ребята-то, блин. Просто я опытнее, но вот инвокер, видите, как бы понимает, что как бы джиггернат в миду слабее, но как бы все равно чуть-чуть не доигрывает. Но джаггер на самом деле в миду может дать чипалаху, потому что крутилка, это серьезно. Все, вот так вот делаем в рошу, чтобы максимальный перефарм был. Let's go. Сейчас вот этим билдом можно прям очень много дэмэджа вносить. 9300 Рошана на 101 дэмэдж. Нормально, задушим. Мне вот интересно, что Хускар у нас рассчитывал, когда прыгал в меня. Это был ржонба. Чисто ржонба. Все, хилку биндим. И let's go. Почти есть ультимейт, 14 уровень. Next Лотар, конечно, ребят, как можно быстрее его нужно сделать. Лотар, через Лотар будем сейчас крутиться. Первый Лотар. И, блин, это круто. Это круто выглядит. Это старая мета, так сказать. Отлично. Это добить, да. Хорош, господи. О, крипы. Крипы идут. Let's go, let's go, let's go, пацани. Let's go. Разменчик пошел. Надо было сразу кнопочки, ребятам, нажимать. Трипл килл. Ну, почти на вставочку, да, знаете, типа. Джиггернаут лютый такой получается. И новый гайд, бро. Это у нас дополняшка. Так. Хорошо. Хорошо, let's go сюда. Фига там Зевс. Злится.
Хорошо, забираю эту тэшку, улетаю на топ. Фарма очень много. О, Пуджи. Брат покинул нас, Пуджи. Печалька. Знаете, в чем прикол? Почему БФ перестали собирать на Джиггернауте? Потому что мета поменялась. Мета поменялась в плане того, что поняли, как собирать Джиггернаута правильно. Джиггернаута правильно собирать через Madness. Благодаря Madness Джиггернаут намного быстрее становится таким персонажем, выходящий в лейт уже. То есть вы выфармливаете намного быстрее, соответственно, раньше выходите в свой лейт. То есть ранний пик силы вы приобретаете и идете вперед. Так, отлагаю у нас пуш. Можно уже замолчать и как бы посмотреть, просто как бью крип. Потому что когда обычно кто-то лагает, я стараюсь что-то интересное говорить. Так, вот эту берем. Хорошо, ну сейчас ТП-шкой будем жертвовать. ТП-шкой будем жертвовать. Хорошо, господи. Так, БФилс есть у нас. БФилс есть. Все есть. Лотариус тоже. Чпау, с одного крита надо было. В общем, что я хотел еще сказать. На 83-й карте, когда я играл топ ТБ, страта была Магнус и Джиггернаут. Там вы знаете, что на 83-й карте Магнус очень крутой. И, соответственно, Джаггер там вообще сам по себе. О, курури юзнули тупо. Будет хорошо, если ребята там драку сейчас проиграют. Я ТП сделаю. Но почти есть ТП. Есть ТП. Давайте вот сюда. Там сейчас 1-4 могу выйти, но нужен 16-й. Давайте тут добьем сейчас. Хорошо. Лотар сейчас есть. Мы закрутимся, залетим, короче, в драку. Let's go. Let's go. Let's go. Это бешеный крутильщик. Брэ. Какой сил. Кайф. Блин, ну это кайф. Я не знаю просто. Этот старый билд. Он приколен. Он приколен, этот старый билд. Очень сильно выносится. Так, 2к имеем. Давайте сразу, наверное, скади тогда. Чтобы быть плотнее. Go в Т2. Скади будем делать сразу сейчас. Хорошо. О! Берем вместо стика сейчас ультимейт орб. Странно, у нас у пуджа какие-то лаги. Чалька. И надо подсносить их. По товарам надо идти. 19-я минута, мы уже должны все пушить. У меня, я с таким билдом должен уничтожать сейчас все просто. Но опять-таки не хочется фастовую катку, потому что это дополнение к гайду, такой билд старый. Сейчас пойдем на центральный центр. Идите, я туда иду. Его кик, да не хочется его кикать, парень. Хочется полноценную катку, сколько уже можно. Но парень лагает, видите. Аристократ, видимо, пошел что-то подкушать дорогое. Че сказал, дурачок? Так, ну что у нас, скади. Сейчас ультимейт орб сюда запихнем. Будет скади, абиссал. Но, возможно, манта нужна будет, типа не абиссал. Потому что там, видите... Там у нас шаманы. Благодаря шаману они могут... Блин, у меня 17 левел, посмотрите, как я устанулся. Не бери, я как будто подбираю. Я запускаю всех. Кто успевает, тот заходит. Блин, я... это вообще обычная приватная катка. Ну, не приватная, вообще-то это обычная ТБшка. Я создал обычную ТБшку поиграть, ребят. Типа, ну серьезно. Неужели я не могу, блин, как обычный юзер посидеть, поиграть в доту? Ну это серьезно. Я же просто обычный юзер.
Я вот зашел поиграть в доту, но записать видосик дополнительно. Там пошли ребята. Я зашел в доту записать видосик, поиграть. А меня постоянно тут начинают уже: Аркадий, ты там то, не то делаешь. Ты там, зачем ты этих набрал, зачем ты того набрал. Блин, ребятки, ну вы чё? Я же, блин, просто поиграть зашел. Я же не какие-то киберспортивные результаты тут собрался делать. Опа, на инвокера выходит. У нас опасная ситуация у инвокера. Сразу кидается мутай сайленс. Ой, там GG просто. GG. Да? Good job. Просто два крита. О, а это серьезная заявочка. Серьезная заявка. О, Хускариды. О, так ты меня обманывать собрался. Опа. Привет. Привет. Привет, как говорится. Привет, Хускар. Привет, Зевсян. Нормально. Скади есть. Можно поесть. Скади есть, можно поесть. Сюда сразу курьера. Хорошо. Есть у нас очень много HP. Спеку надо убить, ребят. ПМчик. Одевается по чуть. Скади имеем. Скади имеется, как говорится. И надо сильверуху. Сильверуху надо. Скади имеем. Как раз крипов поддушим еще. Сейчас на топе крипов еще поддушим. Что у нас там? 30 секунд до ультимейта. В принципе, ультимейта... Блин, ребят, напоминаю, по ссылке в описании можете посмотреть гайд на Джаггера. Дополнение это к гайду. Я напоминаю, те, кто только присоединились и смотрят этот овнинг, мы собираем Джаггера в старый билд. То есть через Пэфиус и, конечно же, Лотар Сейдж. Напоминаю, можете посмотреть гайд. Так вот, в принципе, приемлемый у него, у ультимейта КД, это очень, очень хорошая тема, что ульт, в принципе, приемлемо. КДшится. Хорошо. Хорошо. Я хилку не разбиваю только. Трипл килл. Можно было рампагу сделать. Но там в инвокера прыгать не варик был. Так, хилку оставляем. Этих пацанов пойдем зафармим. Хорошо. Ну, у меня команда очень хорошая. Они помогают хорошо. О, Т-шку. Ребятки. Смело. Хускара, я убивал Хускара крутил. Он не хотел в соло в него ультовать, ребят. Зато крипов как быстро убиваешь с БФом. Подходим. Б. Ой, глобалити нажимает. Ты серьезно, братан? Нету кнопок. Чревато это. Это чревато, ребят. Ни хила, ни ульта, ничего нету. О, ставим. Будет лотар, пойдем. Через лотар пойдем. Хорошо. Поехали. Отлично, сейчас покрутимся немного. Кстати, можно выйти с лотара, дать бэкстеп и замедлить еще. Хорошо. ПП. Taste of my blade! Oh.
Блин, это круто. Это реально круто. Ты просто закрутился, невидимый крутишься, дэмэдж наносится. И GG. Сейчас шестой слот. Блин, у нас еще сильверуха, кстати. Б. Так. Гоу сделаем Абиссу. Секунду. Якур. Абиссал сделаем, ребят. Написали про МК. Хорошая статистика. Вот все, что они написали. Рафлан чисто. Хорошо. Хорошо. Сейчас будет. Роша на команде отдадим. Что там, ДДшка? А, реген. Вот Т2. Т2 можно изи. О, шаманус. Шаманчик поймал. Вот этого пацана первым. Дабл килл. Хорошо, дальше не пойду. Хорошо. Так, 4800. Пусть бьют ХГ. Я за шестым слотом. Отлично. Я алхимика перефармил. Лол. Перефармил. Опа. Драка началась. Ребятам помощь. Драка началась. Охота началась. О, побежали. Сейчас так бэкстебну ему. Жесть. Так, вот этот спам запарили вы. Опа, сейчас обисал просто на лицо. Хорош. Го, вторую сторону. Пацаны, чтобы не парились. Отлично. Сильверуху в студию. Я мид не пойду, дайте еще. Ребятам, вы че, ребятам контент надо. Не быстро же катку, 27-минутку. Ребятам оставлять. Сносите речи, мудаки. Но я, получается, мудак. Я, получается, мудак. Секуру надо. Я, получается, мудак. Сильверуху, хорошо. Жаль, Муншарда нет. Но это жесткий, жесткий этот гейм какой-то. Жесткий гейм. Ребята потерялись. Ребята потерялись. О, пацаны, хилка вот вам вкусная. Вкусная хилка вам. Так, ну и что ж, надо закончить, наверное, хорошими фрагами под колодцем. Что у нас еще остается тогда? Собрали билд. Конечный. Сильвер. До кучи. Опа, джутан. О, сайленсер, брат. Ах ты, Криса. Крис. Так, сильверуху зашли, побежали. Блин, так хочется туда ультануть. Я же сдох. Так хотелось туда ультануть, но я же сдох, блин. А не хочется сдыхать. Найс. Чпоньк. Сейчас бы 30 фрагов давать на джиггернауте. На такой минуте. Можно. Окей. Хилкой надо было делать это все. Давай, давай, лучше работай. Ай, почти. Почти. Блин, ну вот такая, ребята, у нас катка получается. Соло накиляли, как обычно. Раки, ВС, там,
Все как обычно, в комментариях будут писать, но просили дополнение, вот получаете вам. Очень такая мощная катка у нас вышла. Да, меня душат там форджеты. Ладно, года ковыряем. Или нет, пусть отдефятся. Издеваемся чисто. GG, guys. Хорошая катка все равно получилась. Все равно хорошая катка получилась. Ну что ж, на этом все. Вот такая, друзья, катка. Старый Джиггернаут у нас получился через вот такие вот артефакты. Silver Age, Скади, фастовые, так сказать, все вот эти артефакты. Ну и изи, как обычно, задушили, друзья. Не забывайте ставить лайк, потому что... И, кстати, еще не забывайте, по ссылке в описании можете посмотреть гайд на Джаггера. Не забывайте. Не забывайте, теория очень интересна, друзья, не скипайте, узнайте, как работает Omni Slash, от чего там все зависит. Ну, в принципе, все, с вами был Ксаназис, до скорого. Так, друзья, что-то я захотел еще одну, если честно, каточку сыграть, потому что, ну, Джаггернаут все-таки 20 минуточки Джаггернаут оформляет на изи, но хочется что-нибудь еще, ну, если еще одну 20 минуточку сыграем, то, в принципе, нормально вам для контента, чтобы посмотреть что-то хотя бы новенькое, пока меня нету. Ну, и что ж, загрузилась у нас каточка, веточки на лицо накидывать не будем, потому что мы за скоржей. И берем у нас Джаггернаута. ВС у нас, я не знаю, что там будет по пику. Посмотрим. Джаггера берем. И, наверное, будем делать такой же билд. Посмотрим. Посмотрим, как у нас все это будет тема происходить. Инвокера взяли. Инвокер мид пойдет у нас, наверное. Пойдем тогда боковую линию. Что нам делать остается? Еще берем мангусик. Поехали. Поехали. У нас Bounty Hunter в керри будет. Хорошо. Хорошо. Сейчас через боковую. Если фарм будет хороший, сразу БФ делать будем. Сразу в БФ. Сразу в БФ. Сразу в БФ, если фарм будет хороший. Сразу БФ будет хорошее. Спасибо, ребят, что смотрите видосы, что подписываетесь на канал, что ставите лайк. Очень не хотел я делать это дополнение, если честно. Я говорю сейчас это на второй игре, потому что я не люблю лить в свой канал просто тупо игры какие-то бестолковые. Там что-то типа, блин, я не знаю. Ну, как другие делают. Я, конечно, не хочу сказать, что они делают там лажу какую-то или тому подобное. Просто у меня такая... система, что я, если заливаю, то я стараюсь заливать что-то годное, именно там какой-то, какие-то видосы с монтажом, то есть, чтобы было красивенько, аккуратненько, не так просто, что тупо вот игра, там молча побегать или под музыку и тому подобное, то есть, стараюсь держать планочку, то есть, вы смотрите гайды сейчас, старенькие гайды, они ни о чем, а новые гайды, которые делают с историями героев и с дополнительной какой-то информацией, то они, посмотрите, на каком они сейчас уровне, я поэтому стараюсь такие видосы сейчас и делать. Ну, вот на Джаггернаут вот это дополнение придется вначале, конечно же, нарезочек немножко подделать, ну и в целом посмотреть потом, что выйдет. Так, а тут у нас, смотрите... Тут у нас Тиник и Дуза. Тиник и Дуза. Очень тяжелый пик, БКБшка нужна. Манта, БКБ. Ну тут чисто будет не через БФиус, я так понимаю, катка. Хотя посмотрим, как будет все идти, но манта нам тут нужна будет. Совсем другой билд будет. Совсем другой билд будет. Вылази, души вот этого пацана. Хорош. Орощ. Ах ты, Крисович. Орощ. У меня все равно на спин не хватит. Гол. На низ. Надо фармить. Опа, ребята, там началась жесткая драка. 2 на 2. 2 на 2. Хорошо, выходим на низ, ребят. Нам нельзя сейчас попасть. Курочки нету, но куру брать не будем. Давайте тогда через фаст БФ вообще тут попробуем. Ну как фаст? Фаст он идет в кавычках. Посмотрим, как у нас получится. Начнем с колечка регенерации. Возьмем персик. Персик котл на низу. Котл специально на низ пошел, чтобы, если что, моноликами дрочить, да и в целом. Но мы тут через реген пойдем. О, у меня тяжелая линия тут будет. Щит трипла, вы че? Арки.
Это называется прийти к стримеру, что ли. Ну, я, если честно, не люблю себя стримером называть. Я не стример. Я не стример. О, я еще минус хил себе просадил. Я понял. Умер. Я понял. Ну, не знаю, я типа в хейле получается. Ладно, отфидели уже пацанов. Фиданули разочек. Вот ТП-шку. Блин, ну без хила. Втроем ребята будут походу тут стоять. Очень тяжелый лайн будет. Не в пятеромстве. На топе у нас 2 АФК. Медуза фармит. Все хорошо, ребят. Тяжелая катка будет. И я вынужден уйти в лес сюда. Потому что втроем стоят на линии, пацаны. Я не знаю зачем. Тупо бред. Пацаны не понимают, куда. Что игра должна быть балансная. Не знаю, тупо. Челы вот втроем внизу стоят просто. Им так захотелось. Не на топе. Фармим. Что нам делать? Hard game, куры нету, ничего нету. Classic. Под табором будем там что-то пытаться ласхитить. Монетка. Ну, как говорится, мид инвоку отдали. И сами, скорее всего, будем через хил играть. Потому что, ребят, хард гейм будет. Стоим в хейле на джаггере. Ля, сколько крипов. Такое большое количество экспы. Давно не видел. Хорош. Оп, хорошо. Ухил. Хилом по КД будем душить. Да вы рофли, пацаны. Неужели вам так интересно? Типа вот, вот зажали джаггера бедного. Джаггер стоит бедненький под тауэром. Интересно пацанам играть доту. Хорошо. Оп. Ох ж ты пацантрики. Жаль, сапог не могу себе купить. Курьера нету. Та-та-та-та-ра-та-та. Монетка нужнейшая. Джаггер в хейле. Джаггер в хейле. Куру купите, МБ. Прикольная катка. Так, ну у меня крутилка первого левела. А сейчас второго будет. Что там? Гоу сапог. В боковом магазине купим. Что делать нам остается? Что нам делать остается еще? Побираться. Пейзы бы тогда первым. Думал через колечко. Ну, блин, тут, в принципе, хард-линия. Догоняю. Не догоняю. Джи-джи. Тупо пацаны по классике решили меня тут душить. Нету маны у меня, чтобы крутиться, братан. Хорош. Сюда хил. Хорошо. Кстати, в эту игру зашло, по-моему, 4 подписчика. Блин. Как я так крипа не добил. Вот они внизу стоят втроем. И за меня еще один подписчик. Гоу фейзы. О, Котл ушел на топ. Поняли. Товарищи, поняли. Веса 700. HP.
Некр пришел, да? Вижу. Хорошо, но у меня уже шестой. Бутскаем. Куру взяли. А, я понял. Соло. Соло. Да, там у всех соло кура. А, инвокер взял. Молодец. Хорошо, господи. Погнали. Можно котла пойти задушить. Пока есть шестой левел. Надо поработать. 200. 200 майены надо мне. Котл напрягает тут. Стоит. Крипы пусть выйдут. О, вот он. Погнали. Я, в принципе, закрутилкой его убиваю. Там кто-то шел уже. Ладно, понял. Понял. Комбудскать будем так. За шо? За всё. За все хорошее и нехорошее, что вы вытворяете на моей линии. Ращу. Господи. Хорошо. Так, гоу. Куда вардик надо нам пнуть? Все, раскачиваем спин. Сейчас вард себе поставим. Хорошо. Вард сюда. Давайте тут рубанем дерево. Так вот делаем, чтобы подход было видно. Четвертый левел, некор. Хорошо. Критуля. Дедуля. Я не буду за тобой хилку водить. Хорошо. Души крипов. Хардлиния. Вот такая вот хардлиния. Финик там, блин, напрягать будет с прокастом лютым. Так, ну что, тавр надо заластхитить, попытаться. Получилось. Так, почти есть ульт. Сейчас ману регеним. Ману маним. Как, смотрите, если... А, ну регеним будет правильно. ХП хилим. А ману что, маним? Если ХП. ХПшим, ману маним. Кто там у нас нанизу? Не, кор. О, ману восстанавливаем. Не, кор у нас нанизу тут. Гоу, бантихантер. Ну вот, что-что, я не хотел, чтобы инвокер забирал. Ладно. Инвокеру вообще типа эти фраги. Давайте без маднеса. Без маднеса. Тупо попробуем сделать Бефиус. Блин, у меня есть ульт. Мне надо воспользоваться им. Ультом надо пользоваться. Я стакать не буду. Не буду стакать сейчас. Давайте сейчас персеверанс купим. Блин, если я на топ делаю ТП, я там как бы без маны особо много не выполню. Каких-либо трюков. Максимум покручусь. Крутится волчок и все. Рощ, господи. Вай, там котл за дувочкой, походу. Опрокинул. Ребята душат там. Фантом с козырей заходит сразу. За больное. Бестолочи маленькие. КЗ. Это, в принципе, комьюнити такое. В доте всегда такое комьюнити. Тэшку. Пока ребята там бегают, я, в принципе, тэшку прессингануть могу. Хорошо.
Хорошо. Глиф, странно, что никто не жмет. Так, ну Бара бежит. Откуда бежит, непонятно. А, все, прибежал. Хорошо. Крит. Я Т2 размениваю тупо. Можно сделать Madness дефолт и уйти на Энчентов. А можно рашить БФ, как дурачок. Возможно, проиграть игру. Давайте мы не будем до этого допускать, до момента. Мы попробуем через Madness перефармить опять-таки. Старт тяжелый. Тяжелый. Доминация оппонентов есть? Есть. Давайте пробовать камбэкать. Именно через Madness. Посмотрим, насколько это работает. То есть и дальше сделаем БФ. Такой же билд абсолютно. Сделаем. Я их леса просто калачу. Хорошо. Так, есть у меня мана, кстати, на ультимейт. Надо воспользоваться. Котл тут. Давайте, знаете, что сделаем? Выйдем, может он через руну пойдет. Вот, через вот эту точку. Опа, погнали. Сейчас будет драка. Котла надо ультануть. У него там киллинг спри, по-моему, дабл киллович был. Где-то он сейчас тут должен идти, не? Или да, или нет? Бэкстебнуть надо. Хорошо. Отлично. В то время в том месте, как говорится. Оказаться. Давайте лотар сейчас сделаем. Не БФ, а именно лотар. Ну блин, у нас БХ как бы в команде нелогично, но мне по билду надо, ребят. То есть не канает. Не канает, мне по билду надо. Глифа нет, что ли? О, есть глиф. Гоу. Хорошо. Замерзну, 100 маны. Хорошо. Опа, еще пачка крипов. Блин, Тини там же. Я тут с 1000 хп стою. Как чапалахнет Тини. Я сфижу. Просто на ровном месте. Вот так вот, ребят. Надо задуматься. Вспомнил. Но могло быть уже поздно, когда вспомнил. Как хорошо. Один мой единственный вардик на карте стоит просто. Я у мамки саппорт. И керри. И кор. И мидер. И каточку я пытаюсь подтащить. Ой-ой-ой. Вот он стоит, напрягает. Акашку свою. Иллюминей! Жесть, могли задушить, кстати. Так, есть Лотар Сейдж. Нету. Крипа не добил. Есть Лотар Сейдж? Нет, нет. Сейчас тут пачка крипов. Быстренько. Лотар Сейджем поехали работать. Хорошо. Вард спалился. Варда нет уже, брат. Расслабься. У меня есть ультимейт. Дузу надо искать. Хорошо. Погнали. Сейчас завардимся, наверное. О, вот так вот по мане. Гост купила. Нифига ты, дурочка. Прикиньте, гост купила. Ладно, это мелочь. Эй, а чё лотар не собрался? Ладно. Лотар на базе остался. Я понял. Хорошо. Я понял. Бах. Инвокер задушил. Лотар не собрался, ну и ладно. Так, нанизу, ребятки, да? Мы попробуем. Через лотар я забегу крутиться буду, а потом ультану. Это будет очень круто. Через лотар зайти крутиться и ультануть. Это мета. Давайте только топорик сбросим, наверное.
Это берем. Это на базу. Хорошо. О, денежь. Отлично. Он не поймет. А что это меня дамажит? Что это меня дамажит? Рабочая мета. Гем покупаем. Удачки у дома. Хорошо. Это одно лотар собирает. Ну, сорян, у меня билд. Ну, только что одна, ты умер. Блин, может БФ не собирать? Не надо, блин, по билду. БФ, БКБ? БФ, БКБ, скади. Такой билд, потому что тут без БКБ дно будет. Без БКБ дно будет. Не вот даст ты, братан. Не вот даст ты. Ну, даггером. Душа не от тебя, братан. Без шансов. О, торнадич! Ай-яй-яй. Ой-яй-яй. Торнадич, Геннадич. КП, конечно, маловато в этом билде. Единственный минус. Забудь про инвиз. Пацан там газует. Так, го на эншентов нафиг. О, ес. Ес! Джиггернал так, йесу, о, ес, йесу. Йесу. В Джаггера, ой, в Джаггера, в этого надо ультовать. Пацана на тинике. Пацана на тинике ультовать. Опа, вон, да? Хорошо. Ну, пробежимся. Я у тиника убиваю за проказ свой. Бэкстебнуть, ультимейт. Да даже сразу ульту надо тут. Как подставился. Где наш гем на тине? Ой, я не успеваю стакнуть, да? Тини жопа там люто горит. Это он просто молчит еще. А, вот эти самые помойные крипы. Их хреново стакать. Попробуем все равно. Давай не блочьтесь, вот сюда должны выйти. Хорошо, молодцы. Умнички. Так, ну все равно БФ сделаем. Перефармливаем. 16-й почти. Пара на низ побежал, мой фарм забирать. Криса. Побежим тоже сейчас. Че там? Клеймор, Бродсворд. Бродсворд. И остается у нас персик, да? Ну 850 и 850. Там дуза тоже фармит, это проблемка. Можно рошу, кстати, зайти. О, пойдем лес. Тини вообще лоуха. Пойдем по этой линии. Выфармливаем. Пол БФ уже есть у нас. Ну как пол, уже большая часть БФ уса есть. Вообще на топ бы стянуться. Хорошо. На топ стянулся. Ну сейчас Void Stone уже добьем. Почти ульта есть. Печалька, дерево заросло, БФ еще нет. Ну, гоу-гоу. Хорошо, почти есть. Входим. Отлично. Некр БМ собрал. Туза на низу. В лотаре пробежимся. Опасно тут ходить просто так. На топе много фарма, но я в эншентов. Иду как раз за БФом. В эншентов и можно будет рошу пойти. Хорошо.
Тини Лотар делает плохо. Неуязвимость будет. Говард. Хорошо. Все, есть БФ. Есть 16. Сейчас в Рошана идем. Вард ставим, идем в Рошана. Гоуману сразу на лицо. Или, блин, на мид пойти. Вот так вот сделаем. Хорошо. Сюда вард. На мид. Давайте на мид газанем сначала. О, там пацаны. Инвокеров там душит парень. Тиники. О, кот, котла. Котл сумонит. Домой, дорогой. Ох, что тини фидер. Космака. И вот такую штуку. Хорошо. Так, есть БФ. Камбудская. Как видите, тупо за счет леса, за счет эншентов я очень много уже поднял. Продаем стик. Он нам уже не нужен. Мангус юзаем. Заходим в рошпит. Погнали. Билд очень хороший сейчас на данный момент. Получился у нас. У нас еще фантом. Тут катку выигрываем. Еще фантом у нас. Хорошо. Next, я, наверное, думаю, скади надо делать. Или БКБ вообще можно сделать, чтобы я просто в наглую вылазил с лотары и пошел нарезать. Пошел нарезать. Сейчас будет Аегис, сейчас пойдем что-то глобальное делать. Скорее всего, пойдем в центральную линию. Через низ, как обычно, в центр. Кстати, БФ, лотар, уже Рошан не пробивает Джаггера уже. Так, ну нужно добить до экспириенса. Пацан идет экспу стилить. Успел таки стильнуть. А, нет, не успел. Хорошо, у меня 17 левел. Я люто перефармливаю просто на двух кемпах. Чекайте. Тупо чекайте. Так что, пацаны, на заметку. Если катка не идет, то идите к ней сами. Найс. C, Аркадий. Спасибо, друзья, что смотрите видосы, что лайкаете, что подписывайтесь на канал. Следите за творчеством, следите за гайдами, за фишками. Каждому респект от души, кто... помогает, так сказать, в развитии, мотивирует добрым словом, хорошим комментарием. Напоминаю, что у нас каточка идет вторая на джиггернауте через БФ. Это старый джиггернаут у нас. Лотар БФ, Джага старенький. И что ж, у нас идет вторая катка, камбэкаем артефакты, так как начало было очень не очень. Можно даже сказать, очень не очень. И чувачок на тине у нас тут, он варп поставил. Чекайте. Но мы можем суицидальную на тиника. Опа, пацаны тут у нас. Тиника надо искать. Эншенты. Здравствуйте. Я нагло так пошел там. Опс. Опс. Опа, ребята, там драку начали. Сейчас мы пойдем душить. Гоу, лотар. Лотар. Ну, котла буду убивать первым. Процент. Не говори, что мне придется в тебя ультовать. Пришлось. Пришлось ультануть котла. Башер надо бы. Дабл килл. А мне маны не хватит, блин, на спин. Смотри, что делает. Ах ты, крыса. Прикиньте, если бы я крутился, я бы его уже забрал. Я понял. Побежали отсюда. Можно скорее. Сейчас уже лотар будет. Давайте, знаете, сюда мансанем, типа. Будет более чем адекватно. Ну просто, блин, в ненужную цель я слил очень много. Сейчас давайте нападем. На дузу даже. Все, она без маны. Хорошо, поехала. Отлично. Можно скадуи сделать, в принципе. Скадуи. Очень много крипов там. Да, скади можно бахнуть прямо сейчас. Скади. О, реген забрал.
Реген забрал, прикинь, крыса какая инвизная-то. И не у нас. Го на базу. Сколько скади вообще? 6к, по-моему, стоит. Или 5 с чем-то, я не помню. 5600, да? Но аквилу продаю, не хватает все равно. Но, кстати, уже очень близко будет. О, вот эту тему. Берем. Эту тему продаем, ману накидаем, ТП юзаем. Поехали, все. Скади в магазин. Забрать. Это как обычно на стриме заходит, спрашивают, где даггер, а где там третья способность? Где даггер? В магазине, где? Скади имеется. Скади, наверное, БКБ без башеры, ребят. БКБшка, чтобы бить. Вообще котла надо как-то додушивать. Просто у нас, видите, БФ вместо скади получается. Все, let's go. БФ. БФ вместо башера, вернее. И, конечно, остается у нас Блэкинг Бар. Гоу. Котла надо первым. Котла надо первым. Максимальный хейт-контроль. Стойте, Криси. Я очень медленный. Боже, этот ЕС постоянно что-то тут фармишь. Хорош. Фу. Хорошо. Прыгай. Хорош. Сейчас он что полахнет. Хорош. Иник. Let's go. Одну тычку дать только. БХ чисто. На стиле, пацан. Ля, ну его хрен догнать, да, походу? Бэкстебнуть просто. Жесть, он быстрый. Так у него ничего нету. Он жесть какой быстрый. Так мы еще и под треками, прикиньте. А в чем прикол? Я что-то не вкурил. Не вкурил. Гол ТП. Т2, го. Кому я пишу Т2? У меня же нет команды. Надо бэк. Бэк. Бэк надо. Монету не буду трогать. Али на низ. Котла попробуем поймать. Да, конечно, с Лотаром мобильность не такая, какая была бы с даггером. Это минус. Найс. Повезло, что успел. Ставь хилку, Джага. Очень плохо. Я могу сдохнуть сейчас. Да, там еще стангейс. В другую сторону. БКБшку бы, блин. Видите, гасты еще. В этом проблема, я не смогу бить. Нормально. Го, повардим. Let's go. Киника, блин, не дал кнопку. Это плохо. Это плохо. Опа, вард идет ставить. Можем, кстати, на варлинге попробовать сейчас. Пришлепнуть. Но я туда не полезу. Будет стоять. Ситуация накаляется. Не дают бить. Башер бы, блин, еще. Так куча.
Жесть, как башер нужен. Но там, видите, там гасты. Башер очень сильно нужен. Но без БКБ, походу, ребят. Тупо башер надо рашить. ЕС просто фармит фантома. Фантом всю игру фармит. А ЕС фармит фантома. Госплитить. Гасты, да, там пошли чисто. Чисто гасты и все там пошло. Мне вообще ни в коем случае нельзя сфидить ни разу, ребят. Вообще нельзя. Ситуация очень опасна. Пару есть кнопки? Дастов нет, плохо. Но если... Толкнет его. О, найс. Гоу, убьем. Хорошо. Бежит рак, пишет. Гоу по топу пойду. И не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Как говорится. FF пишем, клоун. Пишите. Клоун. Я по топу пошел, вы FF пишите. Сейчас БКБшку, наверное, ребят. Ну, без БКБ тут никак, на самом деле, я чувствую. Я просто... Блин, ну там тоже дуза, видите, какой там БКБ, спросите вы. Не за меня проиграл, да, не за фантома, который фармит. АФК. Фармит, но не фармит. Некор тут. Ну, некор на миду, да, походу. Забираем тут крипов. Хорошо. Дузу надо чпекнуть. Лотар откатится. Побежали. Надо сильверуху, кстати, сделать. Некор. Мне дуза нужна. Я пошел, пацаны. О, тиник. Нифига ты лютый. Заказ сума, да. Да-ля. Хорошо. Блин, этот тини там. Но он чисто неуязвимый, я не могу детекшн еще взять на него. Чисто еще неуязвимый. Спасибо за подписку. Дуза без маны там стоит. Да. Хорошо. По низу. И в Рошана сейчас пойду. Сильверуху от Тиника можно сейчас купить изи. БХ забрал. Мамкин дамагер чисто. Мамкин дамагер на Bounty Hunter. Гоу, сейчас еще хил поставить надо для команды. Если он еще сейчас возьмет Рошана, ну, Аегис, если это будет очень плохо. Он хотел взять, я не дал. Го-го-го, бро, цепляй. Цепляй, вай, промахи. Ну, догоню, под треком пойди. Да ты запарил меня фиссуры ставить на своем ершейкере. Пройду. О, ну давай, окей. Говорил. Говорил. О, мид. Тавер. 6к золота. Пацаны. Слота нету. Тревел. Все, есть. Затарились то, как надо. Сильвер, тревел. Так, для Bounty Hunter лично ставлю. О, let's go. Хорошо. Лично для Bounty Hunter ставлю хилку. Так, ну сейчас топ надо будет лететь. Го-го-го. Продаем эту штуку.
спасла, да? Хорошо, пассивка не работает. Я замедлю тебя, бро. О, еще и Сэндж сработал. Еще и Сэндж сработал. Найс вообще. Я в мид. Сейчас СМС будет лютый. Let's go. Крипов очень много. Но сейчас, наверное, не будем гоняться за фрагами, просто по миду. Крипов разгоним сейчас. И в мид. Потла нету, тини нету. Let's go. Мне кажется, я соло даже могу выйти. У меня есть ультимейт. Аега. Хорошо. А, да, на низу он. Пуза. О, oh, есть, на топе. А, ХГ оставили, да? Понял. Без маны не варик оставаться. Жесть, 400 маны. Да ля, куда герой побежал, вы поняли? Тупо сам берет и идет. Тупо сам берет и идет. Я и в стонгейзе, и во всей хрени стою. Понял. Пойти надо. Хорош. Хорош, господи. Жестко. Джи-джи. Джи-джи. Ну вот так камбэкнули, друзья. Вторая катка чуть интересней получилась у нас, как видите. И можно шестой слот купить, конечно же. Башер. Башер. Хорошо. То есть он меня еще и бафнул. Шестой слот башер и муншарт еще до кучи. Да я тебя бэкстебну. Пожалуйста. Герой не достает. Прикиньте, тини догонять не получается, потому что у него там пассивка тоже лютая. Ой, ну пассивка с ультимейта идет на МС. Так, ну тут фидить вообще нельзя. Что ты мне сделаешь? Крутилки. Так, абиссал есть. Абиссал. Сейчас еще 2к. Сразу муншарт упакуем. Сразу муншарт. О-о-о! Нормально у нас получилось на самом деле. Рошана забрали мы. Не, ну долго я буду тут еще полторашку фармить на самом деле. Очень долго. О, кайф в лейтгейме, что так непривычно с БФом, что в лейтгейме, блин, топором обычно хрен тут срубишь, приходится обходить. Еще 1500 мне надо. Это очень много. Очень много, гонись быстренько. Ну ждем. Косарик остается, в принципе. Сейчас косарь плюс тавр. Тавр лоу-хповый, я тогда его долбил, не додолбил. Хорошо. Вот сюда. Крипов много как раз. Ну давай. Хорошо. Можно сюда кура отправлять. Старый джаггернаут лютый, я вам скажу, ребят. Я не думал, что будет настолько хороший эффект. Он реально хороший эффект получился. Знаете почему? Потому что такой билд, он, как правило, не настолько актуален должен быть. Он старый, он не должен работать так, как он сейчас работает.
О, берем уншард. И берем вот так вот, отлично. Поехали. Поехали. Вот такой билд у нас получился конечный. Так, ну что ж, друзья. Напоминаю, что старый Джиггернаут через БФ. Играем именно так, друзья. Спасибо всем, кто смотрит. От души. От души каждому. Меня могут так на самом деле расконтрить. Бэкстэп, ну а чё БХ спит? Трек кинул бы. Я бы задушил его. Старый Джиггернаут, друзья, напоминаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Вай, пошло. Через сплэш. Через сплэш пошло. Я чуть не подох. Чуть не подох. Видели, как сплэшем раздушило? О. Есик, братец. Еще и дуска. О, я понял, отходим. Давайте отойдем. А теперь нападем на медузу. Нет, на некро. Хорош. Вернулись с полными силами, с зарядом энергии. Нормалин. Жестко все-таки он душит, ребят. Но если хотите, собирайтесь так. Но мне, если честно, как бы не проблемно так собираться. Я очень быстро перефармливаю на этом героя, получается. Поэтому как бы смотрите сами. Кому такой билд нравится, обязательно пробуйте, собирайтесь. Что ж, остается у нас ластовая сторона. Сейчас пойдем додушивать. Блин, какая же хилка, все-таки офигенная вещь, ребят. Вот некоторые, как я говорил на гайде, опять-таки напоминаю, гайд по ссылке в описании, ребят. Смотрите теорию, смотрите сам гайд и дополнение к этому гайду. Вот оно конкретно, вы сейчас видите. Что, так сказать, я хотел сказать. Я забыл, честно. Я рили. Я отвечаю вам, я забыл, когда сказал про ссылку в описании. Ладно. Запейте. Так, ну что? Пацаны. Что, пацаны? Travel 2 до кучи. Держи, фантом. О-о-о. Держи, братец. Опять. Оу, под стангазе. Ну, есть кнопка. Хилка стоит, всем пофиг. Стой. Да, промахи дал. Оу, щит. КП совсем мало. Ой-ой-ой, господи. Ой, господи. Ну, сфидели. Такие. То самое чувство, что Котл вносит импакта больше, будучи ливнувшим. Ребят, в общем, вот такой вот у нас получился геймплей на Джиггернауте. Напоминаю, старый Джиггернаут через Бэфиус, через Лотариус. Получилось вроде очень интересно. Обязательно пишите комментарий свой, что вы думаете по этому билду, насколько он актуален. Как видите, вроде как выфармливается очень быстро, камбэкается очень легко. Но обязательно поставьте лайк за мое старание, которое в данный момент вы увидели. Спасибо каждому, друзья, что смотрите эти гайды, смотрите дополнение. Это было дополнение к гайду. Теперь это будет называться так. Ну и в принципе все. Пожелаю всем удачи, пожелаю всем хорошего настроения. Пока я отдыхаю и лечу свои зубы, так сказать, вы смотрите эти видосы и кайфуете. Всем спасибо, друзья, еще раз и до скорого.